чистой души от всего сердца. Сергей Лейферкус не балует Россию частыми визитами, но здесь его знают и любят не меньше, чем в Лондоне, Нью-Йорке или Париже. Ведущий баритон самых знаменитых оперных театров мира на этот раз приехал в Москву в рамках юбилейного турне. Разные концерты для разной аудитории в разных городах России, и в Петербурге, и в Москве. И, ну, вы знаете, что в общем, день рождения такая дата, к сожалению. Я бы с удовольствием отдал бы половину жизни, чтобы, так сказать, очутиться опять в своей юности. Но в каждом возрасте есть свои преимущества, наверное, и какие-то привилегии. Вокальное мастерство в сочетании с замечательным актерским дарованием. Всем этим могли насладиться зрители, пришедшие на концерт Лейферкуса в музей-заповедник «Горки Ленинские». Это в рамках его юбилейного турне. Причем это мы как бы вставились в это юбилейное турне с нижайшим поклоном. Просто звезда мирового уровня. Это человек, который находится в течение многих лет в топе ведущих баритонов мира. Понимаете, тут никогда не уступал там никому в своих, так сказать, когда он пел с Пласидо Доминго и с прочими величайшими звездами. Так сказать, это наша гордость, это национальное достояние наше. В его репертуаре труднейшие оперные баритональные партии разных стилей. Сергей считается лучшим российским исполнителем Евгения Онегина и дает мастер-классы по всему миру. Вслед за Сергеем Лейферкусом на сцену поднялся молодой петербургский певец Михаил Гаврилов. Лауреат международных конкурсов стремительно завоевывает признательность и любовь публики как в России, так и за рубежом. Наталья Буслаева, Павел Игнатьев, Анастасия Нурхонова, Видное ТВ.